Снова в наш дом пришел загадочный... Мардер. Друзья, мы продолжаем загадка для дочки. Сегодня дочка у нас Ариша. Мы будем знать, кем мы являемся. И дочка Маргарита, которая спрятана где-то там. И она будет всегда загадочна. То ли она шериф, то ли убийца. И мы не будем этого знать, и вы не будете знать. Или... Нет, вы житель, да. Ну все, посмотрим, что будет. Хорошие денечки. С каналом... Папа! И дочки! Ну давайте, друзья, первый раунд. И в первом раунде я мирный житель. И я мирная. Привет, привет. Все пишут, я мир. Так, вроде бы все, я пока монетки пособираю. Интересно, кто же Рита? Рита, не знаю, может она Мардер? Рита, ты здесь? Тут. Тут. Только меня кто-то чик-чиканул. Интересно. И меня. Вон призрак Арины и мой призрак. Вот мы валяемся, зеленые такие. Мальчик. Вот. Да. Сейчас мы его найдем. Это РВ, так. Вот этот? Вот этот, да. Друзья, а у нас для вас челлендж. Попробуй защитить папу и дочек. А для этого подпишись на канал, если ты еще не подписан, и поставь лайк. Чем больше ты поставишь лайков, тем сильнее будет защита. 1, 2, 3, 4, 5. Успел поставить лайк? Сделал защиту. Вот Мардер, походу. А вот шериф бегает. Все, она его стреляет. А, не этот, вот этот мальчик. А, вот, да. Ариша, а если бы я был шерифом, ты бы сказала этот, я бы мирного жителя пришлепнул. Ай-яй-яй. Все, друзья, следующий уровень. Идет выбор, и я мирный житель. Ариша, мирный житель. Ну что ж, надо вычислить, кто убийца. Давай рассуждать логически. Давай. Вот этот с собачкой, милым собачкой, может быть убийца? Это не собачка. Ну, зайчик. Это именно он! Ребята, меня просто вот так фуджи нету. Вот. Давайте наблюдать. Ариша, ой, боже мой, мою шапку мне на голову вот так натянули, ребята. Я валяю. Чё смешного? Ариша, эта дверь нельзя туда войти. Я пытаюсь ее выдолбить. Короче, вот этот чувачок с собачкой, он прят... Он... Это круто. Он, да, это реально! Я вот, ребят, я подошел, думал, что это мирный житель. Да, я говорю, разве он может быть плохим? А он достал ножичек и... Беги, беги, чувак, беги, беги за тобой! Бегите! Бегите! Ай, девочку! Есть! Его замочили! Давайте! Чувак с тыковкой, да. Чувачка с ножичком. Это герой! Хиро, да, молодец, хиро. Следующий уровень. Друзья, у меня грустная для меня новость. Вот эта маленькая девочка, которую зовут Арина Мардер. Нет, куда скрыться, сюда скроюсь. Боюсь её. Нет, спасите, помогите. Она больше меня не видит, это хорошо, ребята. Так, вот она бежит туда, смотрим. Она кричит, я мир, а чё ты не щелкаешь никого, Ариша, они вокруг тебя пробегают все. Я кого-то уже побегаю. Прикольно, все от Арины убегают, она безопасная. Я опасна. Аришка всех порубит. А, мы тебя не боимся, мы прям толпой от тебя бегаем, нам не страшно. Папа! Нам не страшен серый волк, Я одного уже замочила. Да ты что, серьезно? Ладно, мы её преследуем. Ой! Слушайте, она столько махала ножичком, никого не могла замочить. Почему папу смогла, скажите, пожалуйста. А вы видели, как это было страшно? Когда она остановилась, повернулась и наступила темнота для меня. И есть, есть. Ребятки, посмотрим, что сейчас будет. Маргарита, чтобы не слышала, кто мы не будем говорить. Так, ага, не боится. Все пишут, мир тоже, ну-ну. Так мы вам и поверили. Так, папа, да я папа, это он не папа. Девочка, он не папа, я папа. Папа и... А, бежим все!
так, Арина, мальчик в зеленой футболке с желтыми волосами. Давай, мочи его, смотрим за Аришкой, ребята. Аришка у нас шериф! Вот он, Ариша, ты к нему прибежала, мочи его. Я его тыкала. Рита там тоже валяется? Мы все в одной кучке лежим, ребята. Давайте посмотрим, справится ли герой с бандитом или нет. Мы все тут, вот, смотрите, ножик там торчит. Давай, гаси. Есть, отлично, получилось. Получается, победила и я, и она. Мы вообще-то валяемся все. Победил герой. Мирные победили, но мы вообще нет. Ты была шериф, но ты валяешься, вон там у тебя могилка. Победил другой человек, ему повезло. Следующий уровень. Идет выбор, друзья, и я становлюсь. Мы стали с Аришкой зелеными, а Рита кем-то другим. Да. Она точно не зеленый. Пинстолетиком бегает. Рита, он такой в черной футболке. Так. Сейчас я его найду. Так, да. Черная футболка. Какие глаза, Ариш, какие глаза? Зеленый карри. Вот этот, вот. А, это наш подписчик. Зеленый нож. Еще у него футболка наша. Еее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 
Есть, есть. Лида, молодец. Итак, друзья, мы с Аришей зеленые, а Маргарита мы не знаем кто, ну поэтому убегаем на всякий случай. А, помогите! А я на всякий случай... Как-то у меня быстро... Друзья, вы заметили, что у меня очень быстро все закончилось? Так, этот стоит, девочка бегает. Так, 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 так. Одна с пистолетиком и... Это кто? Рита была шериф. Она... Вот ты это РВ. РВ, ты что делаешь? Ты всех гасишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Никого нету. Так, а мне интересно, кто где заныкался. Он не знает, куда идти. Еще Е, он последний. Дед Мороза в туалете замочил, ребята. РВ, как ты посмел? Бедный Дед Мороз. Ладно, идет выбор. И я, ребята. Мардер! Рита, берегись! Рина, берегись! А я знаю, надо как-нибудь его спрятаться, знаете, как-нибудь в такое место, вот здесь вот, например, сюда зайти. Сейчас, ребят, я сюда зайду, и все ко мне зайдут, смотрите. Они думают, что за мной безопасно, и все погибают, ребят. Вот так вот я всех перехитрил. Так, 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 РВ, стоять, стоять, РВ! Стоять! Быстро, 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 быстро! Бежим обратно! Где, 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 куда он делся, куда ты делся, куда ты делся? Да нет! Меня победили! Ребят, меня победили, и я оказался неудачным убийцей. Риту не догнал, Арину не догнал, никого не догнал. Молодец, молодец, чувак, Хиро, герой победил, да. А, получается, я копа завалил. Я завалил шерифа. Есть, друзья, есть. Я испытал сегодня все роли. Роль мирного жителя, роль Мардера, и сейчас я... Шериф! А, Ариша, давай, 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 давай. Что? Кто, 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 кто? Так, а все уже ко мне боятся подходить, потому что я в прошлый раз всех перехитрил. Все боятся ко мне подходить. Я вот боюсь Маргариту. Меня не боишься? Тебя не боюсь, я у тебя посмотрел в телефоне. Кто ты? Рита пишет, я мир. Я не знаю, Рита, может ты и мир, а может и нет. А, она точно мир! Кто, 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 кто? Кто Мардер? Мардер? Да! Сейчас. Ты же видела, кто тебя замочил-то, Ариш? Не видела. Ты не видела, кто тебя замочил? Вот этот кот. Ну что ж. В красной шапке. Красная шапочка, иди сюда. Котик в красной шапочке, ты где? Тайное место. Он в тайные места пошел. Ребята, мне Аришка немножко подсказала. Мы чуть-чуть читерим. Ну мы же вместе играем, правильно? Да. Поэтому нам можно. И я теперь знаю, кто убийца. И это котик в красной шапочке. РВ, я за тебя отомщу, не переживай. С фиолетовым ножичком. Да какая разница, с каким он? Есть! Есть, победа! Так, и друзья, у нас Маргарита либо должна... красная, либо синяя. А, девочка, девочка в черном, вот эта девочка в черном.
Она мордер, мордер, мордер. Она за мной бежит. Как быстро закончился снова для меня уровень. Рита, Рита. Где? О, мальчик как-то залез наверх. Как это он сделал? Вот она, девочка, да. Пиу, 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 пиу. Рита, нет, нет, не иди за ней. Так, девочка охотится за Ритой. Рита охотится за девочкой. Так, интересно, кто за кем... Кто победит, друзья? Битва! Нет, 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 Рита, гаси ее, гаси! Это она, да, мочи ее! Нет! Все, в этой неравной битве мы все развалились. Друзья, мы сегодня испытали... Все роли. Мардер, шериф и мирный житель. Да. А скажите, какую бы роль вы выбрали для себя, если вы играли в эту игру? Напишите в комментариях. А вы сегодня были на канале... Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришулька, малышулька. Подписывайтесь на наш канал, советуйте друзьям, как только видео закончится, для хорошего настроения и чтобы нам было немножко приятно, посмотрите еще одну нашу серию. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.